Как у тебя полежит до завтра? Аккуратненько, да? Давай. Че, дурак? Знаешь, сколько стоит? Сколько? $5000. Возьмите вы, месье Максим, а завтра купите месье Константину такую же бутылку, и никто ничего не заметит. Вот, ловкость рук и никакого мошенничества. Бутылку давай, гость пожаловал. Знаешь, кто это? Лучший сомелье Москвы. Хочу его переманить из метрополя. Пускай хорошего вина попьет. Итак, что скажете, прошу. Испания? Да. Кордея де Сруэла, если не ошибаюсь. 2013 год, 600 рублей бутылка. Браво, месье, браво.